Всем привет, меня зовут Эрик Уори, и добро пожаловать в Network Marketing Pro. У меня есть особое послание для русскоговорящего сообщества в сетевом маркетинге. У меня есть очень нежное место в моем сердце для русскоговорящего сообщества, потому что большинство людей в моей семье — это русскоговорящие люди. Я женат на одесситке из Украины, поэтому моя расширенная семья говорит на русском. И я знаю несколько вещей о вашем рынке. Я знаю, что некоторые из вас хотят сказать мне: «Знаешь что? Тут немножко все по-другому. Тут совсем не так, как в США, не так, как в Италии или Европе, или Южной Америке, или в Азии. Здесь по-другому, и ты должен понимать это». Вот что я знаю. Это не так. Я был там, я проводил там тренинги, и хочу сказать вам, что у людей по-прежнему есть предпринимательские надежды и мечты. Люди все еще хотят внести свой вклад в этот мир, люди хотят иметь цели, люди по-прежнему хотят иметь возможности заботиться о своих семьях. Это то, что сетевой маркетинг позволяет сделать вам. Он дает вам свободу и возможности, чтобы вы смогли взять на себя ответственность за свою жизнь. Поэтому вместо того, чтобы думать: «Да, гораздо проще и легче строить этот бизнес где-то еще», я скажу вам, что возможность создания большого бизнеса на русскоязычном пространстве просто огромна, и это только начало. Я расскажу вам о пяти фундаментальных вещах в этом видео. Первое, сетевой маркетинг не идеален, но он лучше. Если у вас есть предпринимательские кости в вашем теле, он лучше, чем другие возможности, доступные для вас. Второе, если вы собираетесь заниматься сетевым маркетингом, примите решение быть профессионалом, решите относиться к этому профессионально, верно? Относитесь к этому как к карьере, а не как к проекту. Но относитесь к этому серьезно. Третье. Как в любой реальной профессии, вам необходимо развить некоторые новые навыки, нарастить новые мышцы. И в этой профессии вам необходимо развить новые навыки. Хорошие новости — это навыки изучаемые. Их всего лишь 6 или 7, которые нужно выучить. Вы сможете выучить их достаточно быстро, но вы должны их выучить. Не ленитесь в развитии навыков, ожидая сразу больших результатов. Итак, третье — развитие навыков. Четвертое — все стоящее в этой жизни требует времени. Я знаю, что мы испытываем соблазн, когда начинаем заниматься сетевым маркетингом, думая, что мы немедленно получим сразу свободу, богатство и успех. Это не работает так в реальной жизни. Это и займет у вас некоторое время, чтобы развить новые навыки, построить организацию, возможно, перестроить ее несколько раз, прежде чем вы действительно взлетите. И это нормально. Вы знаете, что человек может проработать 20 лет и оставаться новичком среди вновь принятых. Внутри сетевого маркетинга требуется 3, 5, 7 лет, прежде чем вы начнете получать действительно огромные результаты. Итак, все стоящее в этом мире требует времени. И последнее, что я хочу сказать, это стоит того. Это стоит того. Это стоит того ради человека, которым вы собираетесь стать. Это стоит той свободы, которую вы получите, людей, с которыми вы встретитесь, мест, в которых вы побываете, людей, которым вы сможете помочь, и возможности, которые у вас появятся в этом мире. Это стоит того. Итак, нетворк-маркетинг не идеален, но он лучше. Если вы собираетесь заняться этим, примите решение быть профессионалом. Как в любой профессии, вам необходимо развить некоторые навыки. Все стоящее в этой жизни требует времени, и это стоит того. Для моих русскоговорящих друзей это стоит того. Выходите и постройте империю. Выходите и постройте огромный бизнес. Мир ждет этого.